Здравствуйте, уважаемые охотники! Сейчас вы находитесь на страничке интернет-портала Ассоциации Табигат, где вы можете пройти полный курс обучения охот-минимуму. По действующим законам в Республике Казахстан, каждый человек, который хочет стать охотником, в обязательном порядке должен прослушать 16 часов лекций на темы, связанные с охотничьим законодательством. Этот курс позволит вам овладеть базовыми знаниями, касающимися животного мира, законов, регламентирующих охоту, правила охоты, правила обращения с оружием и другие аспекты, связанные с охотой и охотничьим хозяйством. Если вы хотите стать охотником, выбирайте предложение пройти обучение охот-минимуму. После того, как вы нажмете эту клавишу, вас система отправит для заполнения регистрационных данных, а также вышлет счет на оплату. После того, как вы произведете оплату, вы получите код доступа к нашему интернет-порталу, в котором вы увидите видеоуроки, видеолекции, как мы их называем, которые подготовили для вас грамотные специалисты и преподнесли в понятной форме. Помимо этого, каждому видеоуроку идут приложения, в которых вы найдете нормативно-правовые акты, о которых идет речь, фотографии и видеоматериалы, если это необходимо. В конце каждой лекции идут контрольные вопросы. Попробовав ответив на них, вы поймете, усвоили вы данные знания или не усвоили. После того, как вы подготовились, вам необходимо отправить сообщение куратору ваш регион и прийти на сдачу экзамена непосредственно в филиал вашей области. Адреса также есть на сайте. Не забывайте, что в соответствии с законодательством, помимо оплаты услуг ассоциации, вы должны оплатить 2 МРП при получении удостоверения охотника или при его замене. В случае положительного прохождения теста непосредственно в филиале вам сразу же выдадут охотничий билет и сертификат о прохождении обучения охот-минимума. И если у вас подошел срок замены охотничьего билета или удостоверения охотника, в Казахстане это 10 лет, вы можете обратиться за получением соответствующей услуги по замене охотничьего билета в наши филиалы. Для этого выбираете другую кнопку и, соответственно, регистрируйтесь в том регионе, в котором вы проживаете, для того, чтобы назначить время и прийти в филиал для смены билета. Все необходимые инструкции также будут вам переданы. Все охотники, заменившие охотничий билет нашей ассоциации, также получают доступ ко всем видеоматериалам, которые у нас есть на образовательном портале сроком на 2 месяца. Обязательно просмотрите их, там очень много полезной, нужной информации. И это важно, потому что еще постоянно меняется законодательство. Там мы рассказываем об основных моментах, связанных с охотой и охотничьим хозяйством. Большое спасибо вам за доверие, за то, что выбрали нашу ассоциацию. Ждем предложений по усовершенствованию работы нашей ассоциации, подготовке новых материалов, а также ждем вопросы, связанные с улучшением жизни охотника и развития охотничьего хозяйства в Казахстане. Спасибо.